круто, что очень много людей на стадионе. То есть, несмотря на пандемию, на все, люди идут все равно. И вот на входе на стадион я видел у всех счастье на лице. То есть, ну, это лучшее, как можно провести воскресенье. Люди идут с семьями, с детьми, с женами. Это очень прикольно. Я жду от него сегодня гол плюс пас, думаю, точно. Я прям ждал, чтобы его выпустили уже во втором тайме наконец-то. Просто нужно верить в команду и все. Хочу поздравить футбольный клуб «Локомотив» с победой в Кубке в Кубке России. Безусловно, ожидалась эта победа и ожидается то, что в этом матче команда сможет завоевать место в Лиге чемпионов. Вы, болельщики, те, ради кого достигаются эти победы. Вам поблагодарить, особенно за поддержку второй части сезона. Все по-другому у нас получается, когда вы за спиной этим ребятам, за спиной команды. Так, спасибо большое. За то, что вы вернулись к нам. Я уверена, если не вы, у нас не было такой успешный сезон. И мы сейчас, конечно, будем отдыхать, чтобы на следующий сезон вернемся сильнее, чем на это. Спасибо вам большое. Но самое важное – это вы. Хочу вам сказать большое спасибо за всю поддержку. От первого момента, когда я пришел в этот клуб, вы меня принимали как своих. И спасибо от сердца. Это мой клуб остается навсегда. Спасибо! У нас была очень сложная задача – выбраться снизу и подняться наверх. Ребята, тренерский штаб, весь клуб это сделали. И благодаря вашей поддержке. Спасибо вам огромное. Лока, вперед!